Всем привет! Сегодня я буду готовить пиццу себе на обед. У меня есть вот такие вот основы для пиццы. Есть сыр, есть кетчуп, майонез, перец, помидоры и карбонат. Я его сейчас открою, саму основу открою. Я его сейчас намажу и смешаю кетчупом. Я ее намажу. Теперь я буду точить сыр на вот такой вот терке. И буду ложить на свой холст. Дальше я положу карбонат, немного порезанный, но я еще положу. Дальше я порежу вот так вот у меня получилось.
дальше я положу перец. Ну, перец. Я снова потрошу. У меня получилось. Сейчас я положу ее на печку. Я уже достала из печки пиццу. Она вот так уже выглядит. И будем резать. Аккуратно мне пиццу не получилось порезать. Поэтому я так ее буду дегустировать. Так вот она выглядит. И сейчас ее попробую. Мне получилось вкусно. Всем советую такой рецепт.